Сейчас, после регистрации, давайте зайдем в ваш кабинет и сделаем оплату того пакета, который вы решили уже для себя приобрести. Итак, нажимаем на Members Area, то есть зона для партнеров. Здесь вы вводите ваш логин, ваш пароль, который вы давали при регистрации. Нажимаете логин и попадаете внутрь кабинета. Здесь вверху вас будут приветствовать и будет следующая надпись, что ваш уровень пока не активный. Чтобы купить пакет, нажмите здесь. И ниже будет еще одна надпись, партнерский статус inactive, неактивный. Нажмите здесь, чтобы его активировать. Что это значит? Первая надпись означает, что вы можете нажать и купить любой из пакетов и стать партнером и участвовать в продаже товаров на Springboards и получать свою прибыль. И можете не участвовать в компенсационном плане и не приглашать людей и не зарабатывать еще дополнительные деньги, как affiliates в партнерской программе. Но если вы хотите быть и партнером, и клиентом, то вам тогда надо еще зайти сюда, партнерский статус, и активировать. Это, конечно, вы можете сделать и позже, и в любой момент, тогда решите уже работать именно с командой и зарабатывать дополнительные деньги. Тогда вы нажмете здесь и оплатите участие. Участие как партнера стоит 9,95 центов. В месяц, то есть $10, это за то, чтобы вы могли приглашать и получать от ваших приглашений, от покупок людьми пакетов и всего остального, огромные бонусы, те, которые я вам рассказывала по маркетинг-плану. Давайте для начала купим пакет и станем клиентом. Все остальное мы сможем сделать и потом. Итак, нажимаем эту кнопку. Здесь вы будете видеть такую форму, Billing Info, где вы должны выбрать ваш пакет. Вот здесь нажимаем на стрелочку и выйдет три пакета. Prime за 50, Surge за 150 и Excel за 400. Вы выбираете тот, который вы решили приобрести уже. Можете начать с любого, даже самого первого, а потом в любой момент доплатить недостающую сумму до более высокого пакета и апгрейдироваться, то есть перейти на другой пакет. Поэтому сейчас выбирайте тот, который вы хотите для старта. Если вы активный человек, можете заходить на самый дорогой. Если или у вас есть деньги, и вы не боитесь рисковать. Если же вы пока не уверены, начинайте с Prime или Search. Я, например, купила Search для пробы, чтобы посмотреть, как и что, потому что еще всю информацию видела пока только на английском, еще в предстарте, и я хочу немножко изучить. Вот я взяла Search за 150, дальше по умолчанию выходит уже ваш логин, и дальше вы заполняете на английском языке, все очень правильно, как у вас в паспорте, это важно, потому что дальше будете те же данные давать позже в Wallet-системе для вывода денег. Значит, пишите ваше имя, фамилия, ваш телефон с плюсами, с кодом, затем пишите ваш индекс, страну выбираете из списка, город, и внизу пишите адрес. Можно написать улицу, название улицы и дом, квартира, номер, или же полностью весь адрес. Чуть ниже опускаемся, там будут payment details, то есть данные карты, с которой вы будете сейчас делать оплату. Тоже вводите имя, отчество и фамилию, так как вы давали в банке данные к этой карте. Хочу сказать, что здесь можно оплатить и чужой карты, принимается, и даже с другой стороны. Например, я делала регистрацию из Греции, оплатила картой Украины. Без проблем, за секунду все дело прошло. Вот здесь номер карты, до какого числа месяца она действительна, и ваш пин-код карты. Ставите птички, первое, что вы согласны с условиями, и второе, что вы согласны с условиями компании, и нажимаете зеленую кнопочку «Submit your information». Если все прошло удачно, у вас появится зеленая надпись и будет вас поздравлять, что оплата прошла успешно, и вы теперь на таком-то пакете. Вот, скажем, я на Search пакете. И все в порядке, мы вас поздравляем. Затем снова заходите в кабинет и видите надпись «Welcome» и ваше имя, и будет уже написано, что ваш уровень и название пакета, скажем, Search. Если вы нажмете опять здесь, оно будет активным, вам напишет система, что вы на данный момент customer, то есть клиент,
что ваш уровень Search пакет, и, пожалуйста, если хотите, можете доплатить недостающую сумму вот к следующему пакету за $400 и нажать кнопочку Upgrade. Ваша карта автоматически привязана здесь. Если там есть деньги, вы в любой момент можете нажать и доплатить Upgrade. Что это вам даст? Это вам даст возможность покупать и перепродавать намного больше продуктов, то есть уже 60 на спрингборде. Это намного больше вебинаров и тренингов, лучшие цены для вас и меньше комиссионный сбор, то есть 2% на Prime и на Search, там выше комиссионный сбор. Обратите тоже на это внимание. Ну и само собой, это даст вам возможность получать все начисления по маркетинг-плану. Вы нажимаете здесь кнопочку Upgrade, если вы решили это уже сделать. И здесь будет выбор. Доплатить недостающую сумму, например, 250. Выбираем или использовать кредиты, но это уже когда они у вас будут, когда будете уже работать, пока у вас их нет. Дальше или использовать баланс, тоже когда он будет, сейчас у вас пока нет. Или третий, use credit card, то есть использовать свою кредитную карту. И здесь вы опять вписываете данные или той же карты, или другой карты, где у вас есть деньги, ставите две птички и нажимаете Upgrade, и тогда ваш пакет оплатится и повысится. Затем ознакомьтесь хорошо с кабинетом, с ее разделами, страницами, понажимайте все, посмотрите, что есть, что, где. Вот, и ваши пакеты определитесь, что здесь также есть, какие обучения. В общем, очень много интересного. И затем можете зайти на Settings. Тут есть раздел, где вы можете поменять свои данные, если что-то неправильно написали или не дописали, поменять ваш пароль в любой момент. Вот, и ваши данные. Также здесь есть форум, отличный форум от компании созданный, где в прямом онлайн-режиме можно задать любые вопросы и получить на них ответы на очень разные темы. То есть это в виде поддержки, но это очень умная поддержка. Мне очень понравилось. Я не видела ни в одной компании такую обстоятельную помощь. Вот, буквально можно любой вопрос задать, он здесь фиксируется, в любой момент можно зайти его прочитать или задать свой. Ну, конечно, на английском языке все вопросы-ответы, но тем не менее, очень полезного я здесь с этого ресурса для себя тоже взяла. Вот. И что еще рекомендую, если вы хотите уже строить команду и приглашать людей, тогда не забудьте оплатить еще партнерский статус. Пока он, видите, написан inactive, я сейчас его тоже оплачу в этот момент. Вот, для этого нужно нажать здесь, click here to activate. И выходит такая же форма, где пишет партнерство $9.95 в месяц, $10. Вот, но за это вы будете получать большие комиссионные, согласно маркетингу, если будете приглашать людей на данные пакеты, как партнеров, так и клиентов. Вот, поэтому заполняйте эту форму, все правильно, и с той же карты можете оплатить или с другой. Submit information нажимаете, и все. И тогда вы станете активным и будете получать вознаграждение за приглашение вами людей и ваших людей в вашей структуре. Если вы еще не знаете об этом, то посмотрите мою презентацию об маркетинге, в котором здесь отличный доход для нас продуман. Ну и следующий шаг — это спрингборд. Как приобрести товары, купить товары в InfiniEye и как поставить их на продажу. Для этого нужно будет посмотреть это видео, ознакомиться с ним и загрузить определенный документ, его подписать, прежде чем начать что-то делать. Это я вам покажу в следующем видео.